Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. «Призрак в доспехах» 1995 года. 2029 год. Границы между государствами окончательно рухнули, благодаря повсеместно распространившимся компьютерным сетям и кибертехнологиям. Когда давно разыскиваемый хакер по кличке Кукловод начинает вмешиваться в политику, 9-й отдел Министерства общественной безопасности, группа кибернетически модифицированных полицейских, получает задание найти и остановить хакера. Но в ходе расследования возникает вопрос: кто же такой Кукловод в том мире, где грань между человеком и машиной практически стерта?
Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!